Об ужасной трагедии друзья сообщили буквально 10 минут назад на одном из самых крупных российских интернет-порталов. Друзья, перед началом просмотра видео подписывайтесь на наш канал. Только так у вас будет возможность не пропустить свежий выпуск, который выйдет уже завтра утром. Всем известная российская телеведущая и певица Анна Семенович сегодня рано утром попала в трагедию, в результате которой она оказалась в больнице. А рано утром, опаздывая на съемки, она вызвала такси и решила как можно быстрее добраться до студии, где проходили съемки ее шоу. К сожалению, на перекрестке таксист не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Анна Семенович получила серьезную травму носа и на данный момент находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. Подробности этой трагедии будут опубликованы уже завтра утром, друзья, на нашем канале. Следите за новостями и будьте всегда с нами.